Магазин VIPTIME представляет видеообзор наручных часов Восток Европа коллекции Луноход 2. Модель появилась в продаже в 2017 году. Они продаются в таком пластиковом чемодане. В комплекте идут часы, силиконовый ремешок. Ремешок из натуральной кожи с желтой строчкой. А также отвертка, с помощью которой вы можете самостоятельно, без труда сменить ремень с помощью вот этих вот шурупов. Часы достаточно крупные, но в то же время очень хорошо сидят практически на любой руке. Так, что мы имеем? Значит, безель вращается в одном направлении, служит для того, чтобы засекать отрезки времени. Водозащита часов 30 атмосфер, то есть они вообще не боятся воды и можете смело заниматься в них дайвингом. На часовых стрелках и часовых индексах установлены колбы с тритием. Тритий светится более 15 лет непрерывно в темноте. Здесь у нас мы видим гелево-декомпрессионный клапан, серийный номер часов. Они выпущены тиражом 3000 экземпляров. Задняя крышка, она на винтах. Такая вот застежка. Так, стекло минеральное толщиной 3,5 мм. Оно достаточно очень сильно устойчиво к ударам за счет своей толщины. Так, механизм кварцевый, японский, многофункциональный. Часы идут с вечным календарем, то есть они отображают високосный год, невисокосный год и 30 или 31 день в месяце. Также хронограф на 24 часа и будильник. Заводная головка завинчивается. Сверху это у нас идет индикатор режимов, но он одновременно выполняет функцию дня недели. Внизу этим циферблатом устанавливаем будильник, а также можно выставить второй часовой пояс. Так, это мы переключаем режим работы. Вот сейчас у нас режим хронографа. То есть нажимаем, тут внизу запускается хронограф, ну, секундомер на 24 часа, ну, это секундная стрелка, отмеряет секунды. Останавливаем. Сбрасываем. Так, и обратно в режим времени. Так, вот так вот часы смотрятся на руке. Для заказа заходите на наш сайт viptime.ru. Мы доставляем часы по всей России. Спасибо за внимание.